недели отдохнули, пришли заново 2-3 месяца отпахали боль. Вот так потихоньку будете расти, если вы хотите выступать, тренироваться. Не как гимбан. Месяц потренировался, 4 месяца где-то там, это, своими движениями занимается. Встанкас вообще. За все лето, начиная с января месяца, прошло уже полгода. Сколько зарядок ты пропустил? Больше половины. А ты еще говоришь, что ты хочешь тренироваться, выступать, там я же хожу. Ты даже половину зарядок не сделал. Ты на половину тренировках даже не был. Как ты хочешь, чтобы у тебя результат был? Сколько тебе лет? 22? Уже надо выступать. Чем ты вообще занимаешься? Ты должен определиться, кто ты вообще. Боец или там, я не знаю, где-то ты работаешь. Что ты вообще делаешь? Ты вообще деньги зарабатываешь? А? Ты уже должен выступать. Каждые 3 месяца ты должен драться. 22 года, здоровья сколько хочешь. Ты понял? Определись уже. Ты уже сколько лет ты в зал ходишь? Месяц тренируешься, 3 месяца тебя там где-то нету. Ты, я не знаю, где-то в России, где-то в тюрьме сидишь, я не знаю, чем ты вообще занимаешься. 22 года, 15 боев я провел, 22 года. У меня было 15 боев. Это не считая грэплинг, рукопашка, боевой самб. Все, что борется, берется, повсюду мы выступали. Ездили отсюда 2 часа, 2 дня, то есть, ну, на автобусе, на соревнования. 2,5-3 дня на поезде ездили. Что просто где-то выступить, не было соревнований, вообще нигде не было. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 год. Начиная с 2005 года, ничего не было. Боев даже не было нигде. Чтобы человек где-то бой сделал, это знаешь, как, сколько всего надо было сделать, я не знаю, куда там. Если там человек где-то один бой сделал, он все уже, он звезда был, потому что нигде не было боев, и только по боевым каналам что-то было. Сейчас сколько хочешь турниров есть. Выступайте, деритесь. 10, 12, 13 боев можно здесь провести, все. Ты можешь уже в Америке подраться спокойно. Вы можете спокойно в Америке драться, себе зарабатывать деньги. Это 22 года, сколько лет ты тренируешься? Как я знаю, 7-8 лет ты тренируешься. Ну, 100% 5 лет. Столько здоровья, бороться умеешь, грэплинг, бить умеешь. Не тупой вроде. Или же тупой, я не знаю. Столько всего и... На месте стоишь, просто подумай, для чего ты вообще тренируешься, никакой цели нету, ни соревнований, ты даже не знаешь, где ты будешь выступать, у тебя даже примерного плана даже нету, календарь бывает, вот где, что, когда выступить, этого даже у тебя нет. Это не только к тебе, это всем обращается, это ко всем касается, у многих ничего нету, ничего, ни у кого нету никакого плана. Стройте себе план, я хочу здесь драться, там драться, узнавай, подходи, настигай, я хочу там, боевой самбо, рукопашка, грэпплинг. ММА, разницы нету. Повсюду должны выступать. Если вы хотите заниматься этим видом спорта. Если не хотите, то я не знаю, если вы приходите для себя, скажите, меня не трогайте, я для себя тренируюсь. Это уже другое дело. Всем понятно? Думайте, думайте, тренируйтесь. Не пропускайте заряд, не пропускайте тренировку. Если даже проспали 8, если не можете 6, поспите до 8, до 8:30, в 9 пойдите. Ничего страшного. Но тренируйтесь. Если человек горит желанием, конечно, ему помогут. Если он горит желанием, если у него есть, так скажем, возможность выступить, выиграть, идти вперед. Если я вижу в нем перспективу, конечно, я его буду выставлять, помогать, за него говорить. Это 100%. Это самое главное, чтобы у ребят было желание, чтобы они горели. This is your bike? Ferrari. Your Ferrari, okay. I'm ready. На великий.